январе 2017 года Русское географическое общество организовало благотворительную акцию. В Донецк был отправлен гуманитарный груз для детских домов. Участие в сборе средств для покупки медикаментов, средств гигиены, продуктов питания, сладостей и игрушек приняли жители всей республики. Волонтеры в составе гуманитарного конвоя, несмотря на все трудности перехода границы и военного положения на Донбассе, успешно доставили гуманитарный груз по назначению. Донецкие дети получили рождественские подарки. И вот новый конвой на Донбасс. Башкирские волонтеры под флагом Русского географического общества везут очередную гуманитарную помощь. Мало того, они планируют принять участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы в Донецке. С такой миссией идете хорошие и накануне хорошего праздника. Поэтому, ребята, успехов вам, удачи, чтобы вы тоже несли вот это добро и мир. И передайте нашему братскому народу, что для нас они родные. Что бы там вообще в целом в мире ни говорили, о нас, о них, народы, они единые. Это для нас братский народ, и, в принципе, простой народ так и считает, так и живет с такими мыслями. Самое главное, чтобы они тоже это понимали и знали, что мы их любим, что мы хотим мира во всем мире, и особенно там и сейчас. Автобус с гуманитарным грузом стартует из Уфы, из парка имени Александра Матросова. Волонтеры встретились здесь с участниками традиционного велопробега, активистами Русского географического общества, посвященного Дню Победы. После возложения цветов участники велопробега провожают в дальний путь волонтеров. Вся Россия, да не только Россия, все передовое человечество смотрит, слушает и желает, чтобы там все закончилось хорошо. Поэтому вам удачи, чтобы все хорошо, но приедете, расскажете. От Уфы до Донецка чуть более 2000 километров. Самара, Саратов, Волгоград, Ростов. Вместе с водителями нас 11. Мы едем на микроавтобусе. В составе конвоя волонтеры из военно-патриотического клуба «Легион». Ими руководит офицер запаса, спецназовец и разведчик Редваль Неволин. Из прежнего состава сопровождавшего гуманитарку в Донецк на Рождество еще трое. Я, Максим Усачев и Анастасия Еникеева. Новички – житель Стерлитамака Эдуард Галеев, уфимцы Николай Виноградов и Наиль Зиакаев, студент Уфимского государственного авиационного технического университета Александр Аргаков. Тут вообще не радуемся. И громко радуемся. Ну, там лекарства даже в кадр попали, да? Пока едем, в эфире башкирского спутникового телевидения уже вышел сюжет в новостях о нас. С воодушевлением конвой продолжает свой путь. Останавливаемся только на перекусы и туалет. Ночлег решили устроить в Ростове-на-Дону. Мы в Ростове. Кстати, сняли на ночлег тот же дом, что и в январе. Решили устроить себе небольшой отдых. Жарим шашлыки. Завтра с утра у нас подъем. Инструктаж по пересечению государственной границы. Консалтинг гуманитарки. Закупаемся, чего не хватает, куда, где. И выезд на Матвеев-Курган, пересечение государственной границы. Встреча с противоположной стороной. И уже с ними посещаем детские дома, развоз гуманитарки. Развоз будем производить в форме солдат Великой Отечественной войны, так как это уже символично, в честь 9 мая. Ну и вообще советские войны, воины-освободители. Думаю, в очередной раз в этой форме мы придем на их землю и в очередной раз подарим радость, освобождение, свободу. Ранним утром двигаемся в сторону границы, на таможенный пост Матвеев-Курган. Из сообщений прессы узнали, что в Донецке был предотвращен террористический акт. В районе мемориала Саур-Могила саперы обнаружили 5 мощных фугасов на пути следования главы ДНР Захарченко. Нет покоя на Донбассе. Граница приготовила нам сюрприз. Оказалось, что у наших водителей нет разрешения на международные перевозки. Выгружаем весь груз и переносим его через границу на себе. В Донецке придется ездить на общественном транспорте или такси. 46-я. Там разведбат был, короче. А ты можешь разведбат это знать? А группа поступала. Нет братства сильнее, чем армейское. Командир волонтеров Ред Неволин и здесь находит своих сослуживцев. Бойцы «Витязя» приехали на границу из Ростова в связи со страшной находкой на Саур-Могиле.
Донецк встречает дождем. Однако гостеприимство его жителей компенсирует все погодные неудобства. Мы заселяемся у наших старых знакомых в простой шахтерской семье. Здесь мы жили и во время нашей зимней поездки. Совершаем марш местными побудками. На низкую стоимость проезда не обольщайтесь, но и мелочи имейте, так как сдачи не будет приятно. На Крайсле обратно успеваем на ту маршрутку, пойдем пешком. Вопросы, жалобы, предложения. Сегодня у нас еще есть время до комендантского часа завести гуманитарную помощь в один из детских домов. Волонтеры пакуют медикаменты и памперсы в мешки. В Макеевку поедем на общественном транспорте. Нам предстоит сделать 3 пересадки. Благо, проезд здесь дешевый – 10 рублей. В Макеевском специализированном детском доме очень рады нашему посещению. Памперсы и средства гигиены здесь на вес золота. Часто бывают перебои с водой. Передаем груз и быстрее в обратный путь. Мы должны вернуться до начала комендантского часа. Сегодня 9 мая, День Победы. Начать этот день мы решили с посещения могил командиров донецкого ополчения «Моторолы» и «Гиви». Кстати, не мы одни. Своего командира «Гиви» Михаила Толстых пришли помянуть и бойцы спецподразделения «Сомали». И все-таки сегодня праздник. Это чувствуется по настроениям жителей не сдавшегося Донецка. Центральная площадь города собрала десятки тысяч жителей. По главному проспекту торжественным маршем пройдут отборные части Донецкой армии, военная техника и, конечно же, бессмертный полк. Раздаем местным жителям георгиевские ленточки. Многие просят сфотографироваться рядом с волонтерами, одетыми в солдатские гимнастерки времен Великой Отечественной войны. Дети и молодежь, старики и люди средних лет вышли в этот день на праздничные улицы, чтобы почтить память своих отцов и дедов, отдавших жизни в борьбе против фашизма в 40-х годах прошлого столетия. И чтобы почтить память ополченцев и бойцов армии ДНР, погибших в наши дни. 90% участия – это все-таки молодежь, и это очень так патриотично, так как в России как-то у нас все-таки это более взрослые люди, сознательные. Здесь, кстати, не заметили никого, кого выгнали, как говорилось там в западных СМИ. Здесь видно, что люди пришли сами с большим желанием. То есть вплоть до там дядь, дедушек, молодые дети, маленькие дети, пели «Катюшу» все строим, то есть четко. У каждого человека есть свой выбор. Жители Донецка его сделали. Впрочем, об идущей войне в этот день напоминали лишь силуэты снайперов на крышах высотных домов вокруг площади. О, сейчас нам хорошо стало жить, нормально. Тоже было, все прятались по подвалам, по куда придется. А теперь все свободно гуляют, все чем-то занимаются. Работы полно. И дети в школы ходят, самое главное. А у нас соседи на улице, никто не уезжал. Никто. Хотя обстрелы какие были большие, никто не уехал. Мы же обыкновенные люди, к России точно так же хорошо относятся. И вообще, большое спасибо им, что они нам помогают в такую трудную минуту. Роман Петунин и Елена Сорочинская пришли на праздник вместе с маленьким сыном Ваней. Из поколения в поколение в этой семье передается память о деде, героическом летчике. Отец мой рассказывал про моего дедушку. Он умер, получается, еще до рождения моего отца, дедушка. Он воевал с первых дней войны, был летчиком. В первые дни войны, как он рассказывал, летал бомбить Берлин на бомбардировщиках ТБ-3, штурманом был. Дослужился он в итоге до полковника авиации. То есть уходил уже на пенсию полковником. У нас никогда не стояло подобных вопросов как бы в семье, как передавать эту память. Это было понятно с детских лет, как бы на протяжении всей жизни. Все было понятно. Жили с этим, как бы знали историю своей семьи.
знали историю вообще, в принципе, учили историю, старались. Спросил у Романа, чувствуют ли жители ДНР какие-либо перемены в своей жизни за последние годы в лучшую сторону. Сложный вопрос, не хочется и лозунгами какими-то вам отвечать, и не хочется и приукрашивать ситуацию. Естественно, тяжело. Я думаю, каждый нормальный человек понимает, что тяжело. И война, она продолжается, и выстрелы слышно практически каждый день. Ну, не знаю, не привыкли опускать руки, не привыкли жаловаться на жизнь. Каждый живет, как жил, старается делать все, что может. Ну, и надеемся на то, что со временем, конечно, оно все должно становиться лучше. В Донецке каждая вторая семья потеряла в годы войны своих близких. На Донбассе шли ожесточенные бои в далеких 40-х. Александр Иванович Юха прошел по площади в составе бессмертного полка. Он воевал, я сейчас не могу сказать конкретно в каком самом фронт, какой армии, но он прошел всю войну. Ну, не с первого дня, по-моему, но где-то через месяц воевал, там во всей Европе воевал, освобождал Севастополь, Варшаву, это по его рассказам, Кёнигсберг освобождал, но не успел получить медаль, справку дали, что он награжден, а получить не успел. Все документы на его награды у нас дома лежат. И есть эта справка. У нас традиция такая, что на 9 мая мы выкладываем, у нас есть специальный уголок такой, красная ткань, мы выкладываем все его ордена. Дело в том, что он еще 9 мая 1994 году и умер. Так что у нас эта дата, она вдвойне значима. И плюс к этому и жена моя 9 мая родилась тоже. Вот сейчас мы встретимся после этого и будем отмечать вот такое тройное событие. Уфимский волонтер Айнур Галиудинов взял в Донецк портреты своих дедов. С ними он прошел по центральной площади города в рядах бессмертного полка. Сегодня мы приняли участие в бессмертном полку в городе Донецке. Здесь особая атмосфера. Я прошелся с двумя портретами дедушек, военный путь которого проходил как раз по этим местам. Особое впечатление, особая атмосфера. И вот бессмертный полк практически, можно сказать, бесконечный. Он до сих пор даже еще идет, не закончился. Огромный поток людей. И сегодня, когда идешь, и маленькие дети кричат «Слава!» участникам Великой Отечественной войны, слава нашей Родины. Это неописуемо. В Петровском районе Донецка завозим вторую часть гуманитарного груза в реабилитационный центр для детей-инвалидов, который в 2014 году был обстрелян украинскими минометами. И решаемся все-таки доехать до Петровского блокпоста, то есть до линии фронта. Водитель такси останавливает машину метров за 500 до блокпоста. Здесь пахнет войной. Сейчас мы находимся в Петровском районе, буквально 100 метров осталось до блокпоста. И видно, что здесь вот прошла война. Вот эти отверстия, это все осколочные отверстия. И тем не менее, вот даже в таких условиях люди Донбасса, жители Донецка продолжают жить, продолжают верить в свое будущее. Утро следующего дня встречаем на легендарной Саур-могиле. Еще в годы Великой Отечественной войны на этой высотке шли ожесточенные бои. Рвались на ее вершину и украинские войска в 2014 году. Монумент советским воинам превратился в крепость донецких ополченцев. Сегодня Саур-могила – символ донецкого патриотизма. Дождливого Донецка возвращаемся в солнечную Ростовскую область. И даже решаемся искупаться в Азовском море в окрестностях Таганрога. Еще одна обязательная остановка на пути домой – Мамаев-Курган в Волгограде.
Ночью еще не приходилось бывать здесь. Праздничная подсветка особо подчеркивает величие и монументальность этого уникального мемориального комплекса. Победы в Донецке, Саур-могила, Мамаев-курган и все это за два дня. Мало кому удастся совершить такое путешествие на День Победы. Уфимским волонтерам повезло. И несмотря на все трудности и опасности пути, ребята довольны, с радостью делятся своими впечатлениями. Мы как бы проходили два дня в военной форме времен Второй мировой войны. И советских солдат, и они нам всем улыбались, все поздравляли. Все очень радовались именно нашему приходу. Мы были как бы символом свободы, символом победы, что ли. Попали на парад. Давно, в принципе, мечтал туда попасть, именно в Донецк. Ну и поразило меня своей масштабностью. И очень много было людей, которые помнят о победе. Люди, как всегда, как и после первой поездки, впечатление осталось очень отзывчивые. И был момент, когда мы раздавали георгиевские ленточки на параде бесплатно. Они это отмечали, подмечали, что бесплатно, и так всячески благодарили. И в их лицах, в их глазах читалась такая радость, благодарность. То есть еще узнавали, когда мы из России, то есть вообще прям... Не знаю, как сказать. Чему отправился в эту поездку? Когда я первый раз увидел, как товарищи в январе ездили, мне показалось, что очень хорошее дело они делают. И как бы почему бы мне в следующий раз к ним не присоединиться? Я решил, что надо попробовать. Наш командир одобрил мою кандидатуру. Я этому был очень рад. И как бы сомнений не было по поводу того, что я хочу туда ехать. Как-то так. Очень интересно было вообще посмотреть, как живет этот город, эта республика, что там на самом деле происходит. И увидел, для себя сделал определенные выводы. Увидел, как люди с каким восторгом встречают парад. Услышал их слова благодарности своим защитникам. Это оставило достаточно серьезное впечатление. А люди Донбасса, они сильные духом, добрые, жизнерадостные, гостеприимные. Вот семьи, которые мы жили, они нас встретили как родных. Вот прям как будто уже тысячу лет друг друга знаем, уже родственники. Люди реально прям сильные. Все побито осколками. Все дома, все заборы, крыши. А вот автобусы ходят, машины ездят, и люди там даже живут, видно то, что... Удивило, наверное, отношение людей к этим проблемам своим. Они до сих пор верят, они понимают, что будет лучше. И несмотря на все их несложности, они жизнерадостны были. Какое-то дыхание реальной опасности там ощущал, дыхание войны? Такое было, да, когда мы приехали, поехали в детский дом относить гуманитарную помощь. Буквально возле детского дома слышно были, как снаряды приземлялись. То есть взрывы были где-то там за нашей чертой. Все было ярко. Был парад военной техники. Куча народу просто любит свою новую республику, любит Россию. Когда узнавали, что мы приехали из России, что мы приехали из Уфы, все очень были рады, все говорили спасибо, все звали нас приезжать еще, просто в гости, а не с какой-то целью. Подготовка была более активная у команды, так как знали уже, куда едем, как едем, кому едем. За счет этого более профотборные были люди, что помогло нам
скажем так, более слаженно все отработать. Также мы уже знали опыт, у нас был опыт прохождения границы. Мы уже ее прошли, скажем, в два раза быстрее, чем в первый раз, так как учли все правила. Единственный недостаток, как выяснилось, была новая водная. Наш транспорт не пропустили, пришлось решать уже все на территории чужого государства, скажем так. Но тоже справились, все благополучно, мобильно были доставлены к месту временной дислокации на территории Донецкой Республики. И уже откуда был разработан новый план действий и осуществлены все мероприятия, задуманные ранее. Вот. В этот раз все прошло, скажем, более быстро, экстренно, но своевременно. Хотелось бы всех ребят своих поблагодарить, особенно тех, кто поехал в этот раз второй раз, так как их опыт первой поездки очень пригодился в этой поездке. Ну и мы посетили по большей части, скажем так, места воинской славы. Основную миссию мы выполнили, то есть груз доставлен, и уже решили посетить, скажем так, пообщаться поближе с народом. Очень был рад народ на ответить второй раз. Также в пункте временной дислокации, у кого мы останавливались в прошлый раз, уже как родные, позвали всех в гости, обещали все к нам приехать. Будем очень ждать. Вот. Что еще хотелось сказать? Очень тесно общались с военнослужащими, действующими ДНР. К сожалению, при посещении могилы Моторолы, рядом с ним сейчас лежит, скажем так, не менее известная личность, не менее героический человек. Это Михаил Толстых, Гиви. Мы тоже отдали дань памяти этому человеку. И следующая наша поездка будет уже осенью. Надеемся, что все же на могилу свежих не появится. Вот. Хотелось бы сказать спасибо всем жителям Республики Башкортостан, особенно тем, кто нам помог. И надеемся на вашу помощь уже в сентябре. Неугомонные эти ребята. Во время поездки родилась новая мысль – собрать гуманитарную помощь для школьников Донецка и привезти ее в конце августа, чтобы сделать подарок детям ко Дню знаний. Возможно, ее поддержат и те люди, которые смотрят эту программу. Русское географическое общество и волонтерское движение начинают сбор средств для покупки школьных принадлежностей сиротам Донбасса.